Всем привет, ребята! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, но я сегодня, ребятки, не один, со мной... Рита, всем привет! Да, в общем, мы сегодня с Ритой поиграем в Sims, это будет такое экспериментальное видео, если вам понравится, поставите много лайков, то мы, конечно же, снимем продолжение. В общем, у Риты тут очень много всего построено, у нее огромнейший дом. Сколько тут этажей у тебя? Два. Если еще не считать веранду сверху. Веранда сверху. Ну и, короче, трехэтажная, да? Ну, слушай, да. Ну это прям особняк у тебя какой-то. Я, ребятки, как бы особо никогда не вникал, что она там строит. Она, ну, сидит себе, что-то строит, играет. А потом что-то я так заинтересовался, и Маргарита тоже говорит, папа, может снимем это на канал твой? Я говорю, ну давай попробуем. Почему бы и нет? Если ребятушкам понравится, то снимем продолжение. Вот, так что, ребятки, продолжение зависит только от вас. Будет много лайков, много хороших комментариев. Вот, я пойму, что вам нравится, и мы снимем продолжение. Так, ну что, давай, показывай, что у тебя за дом тут, домина-то? Сейчас. Вот это вот первый этаж. Первый этаж. А что так темно-то? Свет включи. Так они не хотят включать. Чего это? А я откуда знаю? А кто их спрашивает? Еще раз попробую. А кто их будет спрашивать? Они не хотят. А, это может ночь, они спят? Ну, в принципе, конечно, да. Но днем тоже у них выключенный свет. Они что, вампиры какие-то, постоянно без света сидят? Это интересно. Слушай, а ты хоть понимаешь, что тут нужно делать? Да, понимаю. И что? Давай. Я посмотрю, что вот это и вот надо. Посмотри, ну у них, смотри, все зелененькое, кроме общения. Они хотят общаться, что ли? Куда она пошла? Там конец лестницы. Она что, упала? На второй этаж пошла. А-а-а! Фух, я уже перепугался за нее. Думал, она сейчас упадет в бассейн. Прям башней ударится, нет? Не то. Корчить рожицы. Давай покорчим рожицы. Бе-бе-бе-бе-бе-бу-бу-бу. Вы этого не видите. Но я корчу рожицы. Так, это что? Еще раз. Какие-то дроздовые. Блин, это точно семейка вампиров. Они все в темноте. Почему у нее носок горит? У нее грязные носки? Где? Что случилось? Фу, у нее воняет, смотри. Запашок зеленый. Я вижу. Вот сейчас мыться пойдет. А теперь она вонючка хочет за компьютер сесть? Это кошмар какой-то. Ты послала ее мыться? Сейчас посылаю. Принять душ. Да блин, конечно, что-то она реально завонялась. О, смотри, Глючит. Это что такое? Это что такое? Тоже зеленое. Не убранное. Это случайно не кошачий туалет? Кошачий. Фу, как раз таки. Ой-ой-ой-ой-ой, так они там нагадили кучи прям какие-то. Смотри, и тут, что, и тут коты нагадили. А, это грязные тарелки? Да. Слушай, какие-то они прям тут все загрязненные, загаженные какие-то. Им уборку надо, пора просыпаться уже. И можно включить день? Ну, можно только в режиме строительства. А у тебя какой режим? Ну, у нас... Ну, тогда был не режим строительства. Тогда просто был режим жизни, что ли? Эй, а чё? Видимо, смотри. Значит, так нельзя. Они все хотят уже, смотри, они и кушать хотят. О-о-о. А у них тарелки грязные. Вот, она, смотри, там тетка какая-то пошла кошачьи какашки убирать. Она только что здесь была, я видел. Я знаю. Сейчас будет покупать бутерброд. В смысле покупать? У себя дома покупать? Ну да, такой холодильник. А, это автомат со всякими вкусняшками стоит дома? Ну да, тут бутерброд, который называется Булт. Тот бутерброд Булт. Булт? Да. Так, Блэд. Папа. Кошмар. Это шутка была. Ой. Вот это да. Грязная тарелка. Это он с грязной тарелки ест, с грязной кружки пьет. Нет. Да чё, нет, вон там зелененькое было. Смотри, а этот еще пакет с мусором принесла. Давай прям в тарелку ему мусор кидай. Он все равно свинтус а какой-то. Было бы прикольно. С грязной тарелки ест. Чистые бутерброды. Это какой-то рыжий парнишка. Как его зовут? Это папа его зовут. Диего какой-нибудь. Нет, я уже забыла. Родриго. Может его зовут Филимон? Нет. Короче, ладно. Фиг с ним, рыжий какой-то. Я знаю, как можно проверить. Я буду звать его рыжий дядька. Его зовут Юрий. А, Юрка Дроздов. Ничего себе. Вот это да. Юрка Дроздов. Кошмар. Так, ладно, а это что за тетенька ходит? С мусорным пакетом. Никак не знает, куда его выкинуть, этот пакет-то. Ее зовут Ольга. Вот эту вот тетку. Тетя Оля, выкинь мусор, хорош с ним по квартире бегать туда-сюда. Зовут
Станислав вот этого. Станислав на китайца вот похож. О, Станислав упал, смотри. Что это такое? Он спит. А что он тут спит? Попой кверху тем более. Это зачем вообще? А я откуда знаю? Это такая игра вообще? Слышишь? Ну, иногда такое бывает. Ребятки, а мне эта игра начинает нравиться. Какая-то она прям веселенькая. Станислав Дроздов, блин, какого-то фига взял. О, проснулся. Они еще и в джакузи спали. Ты в джакузи спали? Да. Кошмар. Смотри, он какой-то, он тоже воняет, смотри, от него зеленое идет. Я вижу. Че они все вонючки? Искупай. Ой, вот ой, опять носки воняют, смотри. О, такая подмышку понюхала. Жесть! Это что за игра такая? Игра про немытых симсов. Помоев всех. У них и раковина, смотри, грязная. Одна белая, более-менее, другая какая-то у меня симс лагает. Да что, разве? Потому что я не могу. Видишь, вот тут серенькая? Ну. И что делать так надо? Из-за этого, значит, нельзя. А ты их в бассейн. В бассейне тоже о, можно да. помыться. Пускай в бассейн, пускай в бассейн. Мыло им с собой дай. Да побольше. Мыло, мочалку, потому что они какие-то реально все очень... Видимо, потому что она голодная, нельзя. Ну покорм... О, кот! Кот на столе ест еду. А ну вали отсюда. Вали, котяра. Там нету такого действия, как дать ему по попе. Ну можно ругать. Наругать, конечно, наругай его. Ругай его, ругай. Ты что его не ругаешь? Ругать сказала. А Стасик сидит вообще даже не смотрит. Какой сидит, еще Стасик? Сидит воняет, ну который Станислав. Бронислав. Все ругает. Ругает, да, говорит, bad kitty, да? Наверное, или что? А я откуда знаю? Ну что-то Китти не испугалась вообще. Смотри, она сидит себе дальше и сидит. А ну-ка, сейчас я хочу поменять ей чехол. Какой еще чехол? На телефон. Пускай он будет теперь, ну, допустим, черный. Вот. А где телефон? Вот это вот. Уголок. Так его тут не видно на экране телефона этого. Смотри, это вообще какая-то бомжиха сидит. Ты какая посмотри бомжиха? На нее. У нее лицо грязное. Сейчас она будет делать платье селфи. И штаны грязные. У нее... Вот, вот. Это будет фотографироваться. Это бомж селфи какое-то. Что это такое? Возможно. Бомж селфи. Опа. Зачем вам такое надо? Да это какая-то фигня. Сейчас будет прикольный эффект. Грязно. Опа. Грязно селфи. Теперь вот так вот. И зачем эти селфи нужны? Я думал, селфи фотографируются, когда там что-то красивое. Ну не обязательно. А не с грязным лицом. Еще она какая-то грустная. Это кошмар какой-то. Так, ладно. Чё, может она пускай все-таки искупается или на столе уберет? Ну, чё пускай вот это вот съест. Доест остатки бутерброда? Да, доест. А, это же ее, да? О, смотри, это никак мусор не выкинет. Она не знает, что с ним делать. Может она потерялась? Ну как бы мусор тут. Не знает, где мусорка, так она ходит с ним уже минут 5, наверное, точно. О, возможно, смотри, возможно. У котиков чисто, она все-таки говорит, убралась, глянь, говорит, такая, ой, что-то я устала. Полдня с пакетом мусорным хожу. Ну да. Так, что это, она решила с кисой поиграться? Она хоть не придушит его там? Не придушит. Вот, смотри, плюс 2 плюсика к карме. О, она что, пнуть его хотела? Mm-mm. Мне показалось. Так. Так, теперь что ты будешь делать? А, я поняла. Я? Не ты, а вот девочка вот эта вот, девочка. О, она тоже зелененькая. Дымок зелененький идет. Надо тоже искупаться. Я же говорю, это какая-то вонючая. Она будет в кольцо сейчас бросать. Какая-то вонючая семейка. Вот тут вот кольцо. Она сейчас будет бросать. Кого будет бросать? Ну, мяч. Ребятки, смотрите, какой олень красивый. Это олень, прям всем оленям олень. Олень-олень. Уть, а там у тебя, я смотрю, снеговик, ты уже к Новому году что ли подготовилась? Да, снеговик. Снеговик, ковик. И елка. Поломанный домик игрушечный. О, а кто сломал? Это девчонка игралась, сломала? Возможно. Так, ты говорила, что она пойдет кидать мяч в кольцо. Она что-то уже не хочет. Да ни хита, у тебя вообще тут лентяи. Смотри, а там он сбежал из дома вообще где-то ходит. Вот это кто такая? Или это просто жители какие-то? Это житель. Житель. Так, как ее зовут?
Яна Капустина зовут. Янка Капустина. Молодая написано. Ну ладно, чё? Я придумала. Сейчас она будет дружить. С кем дружить? С этой, Яной Капустиной. А нам оно надо? Ну, пускай подружится. Ну, пускай, ладно. А как она будет дружиться? Чё-то ну, она... вот, смотри, нажимаешь на нее сейчас. Ну, это я видел, ты на там, нажимаешь типа, и вот. А, вон. Представиться игру. Представиться смешно. Представиться дружелюбеской. Я понял, понял, ага. Это нас с этой грязнули сейчас подружится? Ну да. Я бы с такой грязнули не дружил, наверное. А вот это вот из работы. Вот это вот. Это с их работы? Да. Это все-то ты знаешь, а? Да, потому что я была у него на работе и видела. Вот это да. Прикол. Дружить будете? Ну что, они подружились или нет? Неизвестно. Ну, не знаю, не знаю. Смотри, а Юрий Дроздов там что-то теперь достиг второго что-то уровня в навыке видеоигры. Он что там, видеоигры играет? Ну, он в телефоне, может... по-моему, шпилит в игрушку какую-то. Нет, он в планшете играет, сейчас найду. А, в планшете? Найду, где он. Да только что он был там, я видел его. Где? На первом? На первом, по-моему, да. Только что? Только что. Вон он сидит, играет, смотри. Он прям быстро-быстро играет. Да. А ну-ка, давайте посмотрим. А во что он играет, интересно? Футбол шпилил, ты видела? Футбол у него там. Я думаю, может он важные там дела. В Clash Royale какой-то играет, а он футбольчик шпилит. Ну да, красавчик. Футбол. Молодец, так, молодец. Сейчас посмотрим, как тут учатся. Как учится Станислав, сейчас посмотрим. Двошник. Как учится Виктория, двошница. Как учится самая, ну, младшая. Елизавета, сейчас посмотрим. Троечница. Ну блин, это все равно плохо. Те двоечники, это троечница, но это ее не красит. Троечница тоже фигово, да? Блин, какие-то у нас какая-то, конечно, странная семейка. Мало того, что у них что-то сломалось. Ну да. У них еще и 100 лет один раз были потеки. Да? Да. А Станислав спрашивает, где найти друзей? Я хочу с кем-нибудь подружиться, но со мной что-то дружить никто не хочет. Где мне найти друзей? Так, варианты. Просто веди себя дружелюбно. Или главное, сделай первый шаг к дружбе. Слушай, а третьего варианта тут нету? Просто нет. Помойся. Нет. Нету, да? Жалко, потому что, блин, кто... Ты видишь, он воняет до сих пор, по-моему. Кто с ним будет дружить? А я сколько знаю, такие, ну кто-то может быть будет. Такие же вонючки, как у он, разве только что. Так, ты теперь будешь выбросить, и опять же выбросить. Так, и кто все это будет делать, выбрасывать? Блин, я забываю их не именно. Олька будет. Олька, ну пускай Олька выбрасывает. Она что у них? Самое главное, что ли, это мама? Да. Станислав, папа. Ой, какой Станислав. Юрий. Юра, папа. Станислав, ребенок ихний. Виктория тоже. Ага. Елизавета тоже. Раньше у них была еще маленькая дочка. Куда она делась? Ну как они не хотели ее что-то кормить, а мама ее мыть не хотела. Так что ее забрали из семьи. А, ну это у них семейное, ты видишь, они сами не любят. Сами не любят мыться и детей не моют. Ну да. Опять котяра там что-то нагадила, да? О, смотри, Юрка убрал-то и убрал. Это что? Это что такое? А туалет. Это тут и такое есть? Да. Это кошмар. Вот это да. Вот это ужас. Слушай, ну как-то, блин, не знаю, интересно, конечно. Ну, блин, как-то ну, надо интересно. Навести порядочек в доме у себя. Так, ням-ням, завтра в школу им надо будет. Да. Ага, вот один раз у меня они проспали школу. Так, а это кто это? И что, опоздали? Ну да, не пришли. Это Яна Капустина переоделась уже, она ну только да. Что была в другой одежде, уже переоделась. Так, ладно, возможно. В общем, ребятульки, на этом будем прощаться, чтобы не делать видео слишком длинные, длинные видео никто не любит. Но если вы попросите, то мы сделаем следующее видео подлиннее. Вот, ну что ж, на этом, как я уже говорил, прощаемся. С вами был Вовкин. И Рита.
Всем пока-пока! Не забывайте про лайкосики и подписку на канал. Пока-пока, ребят! Пока!